спасибо вам. Нет, ничего не надо. Все. Вот это вот. Но то, что сегодня люди пошли на выборы, и ожидается очень высокий уровень активности, порядка 70-75%, говорит о том, что поднялись как-то до самого последнего времени, принципиально в них не участвовал. Значит, есть какая-то надежда. Честно скажу, с Лебедем. Так, скажу почему. У меня 9 человек семья, ну, хотя немножко отдельно живем, двое ребятишек. И только из 7 трудоспособных работает 2. Остальные трудоустроиться не могут. Ну, это, конечно, очень важное мероприятие, но конкретно я только жду от того, что изменения в крае, только от изменения ситуации в стране. Ну, я думаю, что пусть лучше останется старый, потому что у него, во-первых, уже есть, ну, группа людей, с которыми он уже работает, у него, наверное, уже есть какие-то навыки работы в Красноярском крае. А сами-то отголосовали? А мы сами не местные. Не местные. А выборы президента. Не спешите опускать, хорошо? Не спешите, не спешите, держите вот так. Сработает. Так вот, это выглядело как схватка московских финансово-промышленных. За мной стоят те, кто уже реально работает в крае. С кем-то мы начинали жить очень трудно, затем нашли общий язык и начинаем уже заниматься не дележкой собственности, а развитием производства. А за названным вами кандидатом, естественно, стоит новый капитал, который хотел бы прийти здесь, заново устроить переприватизацию,